Долгожданный традиционный для студентов Курганского госуниверситета фестиваль «ДИАВ» собрал полный зал болельщиков. Оно и понятно, в этом году самые активные и талантливые взошли на сцену юбилейный 20-й раз. Выступления 10 факультетов разделили на 4 соревновательных дня. Герои первого – факультет транспортных систем и педагогический. В течение получаса на суд жюри и зрители они представили свои ранее заготовленные визитки. Борьба ожесточенная, но, безусловно, это борьба друзей. Вот, потому что у нас не соперники, не противники, у нас именно друзья. Вот, но победит в любом случае лучше. Оценивать ребят будут, как говорится, со всей серьезностью. В жюри вошли профессионалы разных сфер искусства. Здесь и педагоги по вокалу, хореографы, ведущие и представители всех факультетов. Обещаю честное и беспристрастное судейство. Ну, таких жестких критериев оценки у нас, конечно, нет. Мы будем смотреть внимательно на всех, выбирать лучше, смотреть что-то оригинальное, что-то новое для себя. Не то, что вот лучших там, вот они отточили движение до высочайшего класса и все. Вот именно какую-то изюминку будем искать. На юбилейном открытии фестиваля присутствовали сразу все команды, многим из которых еще только предстоит выступить соревнованием. Как признаются сами виновники торжества, выход на сцену – это целый букет незабываемых эмоций. Вся вот эта атмосфера, весь этот адреналин, который вот перед самым открытием кулис, то есть когда они открываются, просто бум, взрыв эмоций. Ну, в общем, все супер, все позитивно, все весело, поэтому я здесь. Изюминкой почти в прямом смысле слова юбилейного вечера стал большой праздничный торт, который гости и участники смогли отведать во время антракта. Результаты всех битв станут известны 17 декабря во время гала-концерта. Юлия Пастухова, Андрей Глазырин, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру».